Заслуженная победа «Сокола» накануне красноярская команда принимала на своем льду клуб «Барс» из Казани. Несмотря на прессинг со стороны «Сокола», в начале матча забитых шайб зрители не увидели до середины периода. И то счет открыли хоккеисты «Барса», пробив оборону красноярцев. Второй период оказался самым результативным. Сначала Иван Гавриленко мощным ударом сравнивает счет, а через несколько минут Александр Репьях буквально протолкнул шайбу в ворота «Барса» и вывел «Сокол» вперед. Однако удержать преимущество красноярцам не удалось. Оставшись в меньшинстве, хозяева пропустили гол. Еще сравнялся 2-2. Третий период не принес результатов ни для одной из команд, как и дополнительное время. Победителя определили в серии буллитов, где удачливее оказались хоккеисты «Сокола». Заслуженный и важный выигрыш для красноярской команды в борьбе за выход в плей-офф чемпионата. Зрителям большое спасибо, что пришли сегодня. Как могут, поддерживают. Мы это чувствуем. Для нас это очень важно.